Бюльбюлевые или короткопалые дрозды – семейство птиц из отряда воробьинообразных. Бюльбюлевые – небольшие птицы, живущие на деревьях и кустарниках. По разным меркам в семействе 15-21 род. Большинство видов встречаются в Африке, многие из них обитают в тропических лесах, некоторые в более открытых местах Азии. Название бюльбюль происходит от арабских языков. Ближайшими родственниками бюльбюлей являются соловьи. Бюльбюлевые – короткошейные и длиннохвостые птицы. Почти у всех видов клюв слегка вытянутый и немного крючковатый на конце.